Всем салам алейкум, доброго дня, ребят. Сегодня 3 мая. Работать не разрешают. Да хотя и выезжаю, работы нету, на работе никого нет. Вот выехал с семьей в горы. Как видите, валяюсь. Небольшой шашлычок сделали. Вот мой краун стоит. В горы хорошо едет, без проблем. Сидим, отдыхаем. А что, ребята? Пока майские праздники, надо отдыхать. Не болейте, выходите на маёвку, свежий воздух полезен для здоровья. Нажимай. Блин.